Это гибридная форма селекции бурдака под названием эмигрант. Эмигрант. Гибридная форма раннесреднего срока созревания. Сейчас в этот период она полностью уже созрела. 3 сентября сегодня. Что можно сказать по этой гибридной форме? Значит, она обладает очень крупным размером ягод. Цвет желтый, очень приятный. Значит, масса ягод достигает 25-28 грамм. Значит, вот видите, какие ягоды даже в этой грозди простреливают. Очень крупные ягоды. Значит, эта ягода может быть свыше 20 грамм. Вот для первого плодоношения очень даже неплохой показатель. Значит, здесь вот в этом саженце две грозди, на двух побегах по одной грозди на каждом. Окраску набрал полную. Крупные очень ягоды. Гроздь сейчас вот порядка 700 грамм. Одна, вторая поменьше. Порядка 600, может быть, грамм. Где-то также сопоставимо. Обращаю внимание в первую очередь на себя. Это масса этих ягод, ее размеры. Значит, также очень приятный желтый цвет. Значит, масса гроздей может быть 2 килограмма и более под нормальной нагрузкой при определенном запасе древесины. Значит, на крупноверных формировках или высокоштамбовых формировках с большим запасом древесины, типа пергола, арка, значит, такие грозди могут обладать массой более 2 килограмм, свыше 3 килограмм и, возможно, даже более. Значит, висит он хорошо, это гибридная форма, даже набирая некоторый янтарный оттенок на ягодах сейчас. Значит, на солнце эти ягоды будут иметь янтарный оттенок. И, то есть надо высветлять такие грозди, обламывать листья в зоне гроздей во время их уже размягчения и созревания, для того, чтобы набрать более благоприятный окрас. Значит, по всем данным, это очень хорошая гибридная форма новой селекции бурдака под названием «Эмигрант». Под нагрузкой лоза зреет хорошо. Значит, уже некоторые лозы вызрели более метра. Перспективная очень гибридная форма. Обращаю внимание на эту гибридную форму селекции бурдака под названием «Эмигрант».